нет надобности красить свои яйца. Вот смотрите, какие они у меня красивые. Это куры у нас легбар несутся. Вот такие голубенькие яйца. Они бывают разные. Бывает тут такое нежное, такое голубое. А бывает и потемней. Вот такие вот яйца. Вот. Поэтому их надобности красить не надо. Я их отварила. И будем украшать. Берем вот эти салфетки. У кого какие есть. У меня вот такие салфеточки есть. Я нарезала вот такие полосочки разные. Вот с курочками, чтобы детям было интересно. Вот сделала такие нарезочки салфетки. Берем белок обычный. Белок, его взбиваем. И будем сейчас украшать наши. Сейчас они высохнут, еще красивее будут. Ну вот они на красненьких, вот так вот. Экологично, чисто и очень красиво. Вот такие у нас красивые яйца. Все естественно, красить ничего не нужно, натурально все и красиво.